Это удивительное существо называют телефоном. Это паукообразное, которое внешне напоминает скорпиона. Телефоны имеют на конце брюшка анальные железы, вырабатывающие едкий, неприятно пахнущий секрет. Этим секретом они способны выстрелить на расстоянии до 80 сантиметров. Едкая жидкость, состоящая в основном из уксусной кислоты, растворяет хитиновые панцири насекомых и раздражает мягкие ткани. Запас секрета позволяет паукообразному совершить 7 прицельных и болезненных выстрелов. Южноамериканские аборигены стараются избегать встречи с этим милым паукообразным, опасаясь лишиться зрения. Европейцы, наоборот, в последнее время полюбили содержать это забавное существо в домашних условиях. В светлое время паукообразный отдыхает в убежище, которое располагается в опалой листве под камнями или в вырытой норке. С наступлением сумерек оно покидает свое укрытие и уходит на поиски пищи. Самым любимым его лакомством являются насекомые, моллюски и черви. Его хвост – это чувствительный датчик, как и видоизмененные передние ноги, которые теперь выполняют роль антенн. Добычу он ловит своими могучими клешнями. Из этой хватки не выбраться. Иногда пути телефона пересекаются с другим хищником – гигантской скалопендрой, которая ядовита. Телефон же нет, но по сути у нее мало шансов, так как телефон почти полностью покрыт броней, которую скалопендры не прокусят. Лишь определенные участки тела не защищены. Однако телефон не дает ей ни единого шанса. Он сразу хватает ее и уже не выпустит. Поймав жертву, телефон раздирает ее на маленькие кусочки педипальпами, заменяющими ему челюсть. И их он применяет также для копания норок. Это занятие требует от него невероятных усилий. Чтобы выкопать норку глубиной до 10 сантиметров, ему приходится трудиться несколько ночей подряд. Титанический труд приносит труженику заслуженное вознаграждение. Теперь он сможет съесть свою добычу без спешки и с комфортом в собственном жилище. Длина тела взрослых телефонов 7-8 сантиметров. Окраска тела однородная, темно-коричневая. На этом канале вы увидите короткие интересные ролики из мира животных. Если нравится подобный контент, то подпишитесь и посмотрите другие ролики на канале.